И Объясните, объясните мне, вот зачем для рыбалки такие бомбы? Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, уже земля. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Мы неизменны, мы всегда существуем. Наш коллектив будет всегда жить, потому что мы изначально... Панк ноу дэнс! Одни гитаристы в стране. Я, может, год? Раз в год, он год. Раз в год, я год. На утро не хватает. Чел стоял очень совсем. Праздник. Желаю, чтобы свет. Желаю, чтобы всегда. Так хорошо, чтобы долго и много. Ты про секс? Иди сюда. А ничего. Я уже начал писать. Давай тост. Давай, горик. За наш клуб. Ну, как клуб? Ну, клуб. Клубность мы отрицаем. Нет, у нас есть... За наше сообщество. На наше движение. Мы познакомились все через него. Подружились. Да. Дай бог, чтобы он существовал вечно. Друзья мои, я вас всех так люблю. Очень жаль, что я, как Мэри Поппинс, не могу облететь сейчас все острова, на которых празднуют, подпишутся. Вы, наверное, прилист везде. Очень сильно всех люблю, и вы все это прекрасно понимаете. Рифат еще не пить. И даже не нужно никаких, я думаю, слов, просто все у меня написано. Для вас, ручка. Очень рад, очень рад, очень рад, потому что нам здесь умерла такая штука. Первый крупный, серьезный юбилей, десяточка, это же еще надо добраться, это же еще надо восстановить себя, это же снова в общем, одним словом, рад быть со своими добрыми друзьями, рад всех поздравить с этим событием, всем здоровья, счастья, удачи, рыбацкого факта, за нас, за наш Татфиш. Ну что, джентльмены, утро началось в половине четвертого. Давайте поднимем наши бокалы за то, что нас объединило, за то, что нас познакомило, за то, что нас свело, за то, что мы очень хорошие люди, знаем друг друга, за то, что мы в конце концов, мы все с вами были, мы все с вами были связаны именно одним. Вот за это и выйдет. Да. Я хочу сказать следующее. Я всегда чужд всяких социальных сетей, но Татфиш — это одна из единственных социальных сетей, где я нахожусь и где я приобрел массу, пусть немного, но очень хороших друзей, познакомился с очень хорошими людьми. Вот за это я хочу выпить, чтобы жили и Объясните мне, вот зачем для рыбалки такие бомбы?
начиналось все вообще с прогресса под ветерком. Потом была надувнуха. После надувнухи появилась казанка метла с Ямахи пятнашки, да? После Ямахи пятнашки появился маленький вельветик с Ямахи 115. Эволюцию не рассказывай. Я спрашиваю, вот зачем? Для того, чтобы, познав один этап комфорта, ты понимаешь, что в этом комфорте, в принципе, ты уже как бы, ну, уже устал.